Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу показать, как вяжется мороженка рожок крючком. Вот так она выглядит. Это ягодная, это фисташковая, а это шоколадная. Вяжется она очень быстро. Мороженку такую можно использовать как украшение для елки. Елку украсить можно такими мороженками разноцветными. Или можно использовать как брелок. Сегодня мы будем вязать такую молочную, беленькую. Значит, нам понадобится два цвета. Это для шарика мороженки. Это для самого рожка. Такой телесненький. Вы же можете брать какой-нибудь светло-коричневый какой-нибудь или такой какой-нибудь телесный оттенок. Крючок я возьму под свои ниточки, это номер 2,5, ножницы и маркер для того, чтобы отметить начало ряда. Давайте приступим к нашему мастер-классу. Начинаем вязание мы с нашего колечка. Делаем колечко и так провязываем. Теперь в это колечко мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем. Следующий ряд мы вяжем столбик без накида, прибавка. Столбик без накида. В следующую петлю мы вяжем прибавку. 2 столбика без накида вяжем. В следующую петлю мы вяжем просто столбик без накида. А в четвертую мы вяжем уже нашу прибавку. Столбик без накида. Следующую. И в шестую петлю мы вяжем прибавку. 2 столбика без накида. Ряд закончили. Одеваем маркер. Дальше с 3 по 4 ряд мы вяжем по 9 столбиков без накида, без прибавок. Я довязала 4 ряд до конца, по 9 столбиков без накида. Дальше вяжем 5 ряд, 2 столбика без накида, прибавка. 1. Два. В третью петлю мы вяжем прибавку. 1, 2. И так до конца ряда. Я довязала ряд до конца. У меня получилось 12 столбиков без накида. Далее мы вяжем с 6 по 7 ряд по 12 столбиков без накида, без прибавок. Я довязала 7 ряд до конца по 12 столбиков без накида. Дальше мы вяжем 8 ряд, 3 столбика без накида, прибавка. Маркер переставьте, так будет удобнее. Вяжем 3 столбика без накида. И в четвертую петельку мы делаем прибавку. 1, 2. И так до конца ряда вяжу. Я довязала ряд до конца. У меня получилось 15 столбиков без накида. Дальше мы вяжем 9 ряд по 15 столбиков без накида, без прибавок. Я довязала 9 ряд до конца, по 15 столбиков без накида. Дальше мы вяжем 10 ряд, 4 столбика без накида, прибавка.
Один, два, три, четыре. И в пятую петлю мы делаем прибавку. Вяжем в одну петлю 2 столбика без накида. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Я довязала 10 ряд до конца. У меня получилось 18 столбиков без накида. Дальше последний ряд, 11, мы вяжем без прибавок по 18 столбиков без накида. Я довязала 11 ряд до конца, по 18 столбиков без накида. Дальше в следующую петлю мы присоединяемся соединительным столбиком, воздушная петля, и ниточку мы вот так отрезаем. И у нас с вами получился такой рожок для мороженого. Откладываем его в сторонку. Так, начинаем вязать сам шарик нашего мороженого. Берем белые ниточки или любые другие, какие вы хотите. Розовые. Так, еще раз. Шоколадные или, может, фисташку вы хотите связать себе мороженку. Делаем колечко на пальчик, провязываем. И теперь в это колечко мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем. Можете уже одеть маркер вот сюда. Дальше второй ряд у нас будет состоять из одних прибавок. В каждую петлю мы вяжем по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И шестая прибавка. Дальше. Третий ряд мы вяжем столбик без накида, прибавка, столбик без накида. В следующую петлю мы вяжем прибавку. 1, 2. И так до конца ряда. Я довязала ряд до конца. У меня получилось 18 столбиков без накида. Дальше четвертый ряд мы вяжем 2 столбика без накида. Прибавка. 1, 2. В третью петлю мы делаем прибавку. И так вяжем до конца ряда. Я довязала ряд до конца. У меня получилось 24 столбика без накида. Дальше пятый ряд мы провязываем по 24 столбика без накида, без прибавок. Я довязала 5 ряд до конца, по 24 столбика без накида. Дальше 6 ряд мы вяжем 2 столбика без накида, убавка. Так, вяжем 2 столбика без накида и делаем убавку. И так вяжем до конца ряда. Столбик без накида, еще столбик без накида и убавка. Я довязала
Шестой ряд до конца у меня получилось 18 столбиков без накида. Дальше мы вяжем 7 и 8 ряд по 18 столбиков без накида, без убавок. Я довязала 8 ряд до конца по 18 столбиков без накида. Мы будем вязать вот такие вот, как бы сказать, подтеки нашей мороженки. Такие вот. Как будто она у нас растаяла. Вот так выглядеть. Так, значит, как это все вяжется? Так, вяжем мы за переднюю стенку. Вот у нас есть передняя, а есть задняя. Вот мы за переднюю берем, за одну стенку. И вяжем в эту петлю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю за заднюю стенку мы захватываем также. Мы присоединяемся соединительным столбиком. Дальше мы одну петлю предыдущего ряда пропускаем. В следующую петлю мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю за заднюю стенку мы присоединяемся соединительным столбиком. Одну петлю мы пропускаем. И в следующую также вяжем за заднюю стенку 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю за заднюю стенку мы присоединяемся соединительным столбиком. Далее мы пропускаем и вяжем точно так же. Итого у нас вот этих подтеков должно быть 6 штук. Давайте еще свяжите 3 штуки. Я довязала ряд до конца, делаю воздушную петлю и ниточку отрезаю по длине. Вот смотрите, где-то примерно сантиметров 70. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Так, достаточно будет. Может, метр. Отрезаем. Это для того, чтобы нам пришить сам вот этот вот шарик нашего мороженого, кружочку вот этому. Еще забыла, что нам понадобится синтепон, сказать вам забыла. Совсем немного понадобится синтепона. И иголочка понадобится. Так, одеваем ниточку в иголочку, откладываем в сторонку, и нам нужно будет заполнить наш рожок синтепоном. Таким образом. Заталкиваем прям до конца, вон до сюда. И таким образом нам надо будет заполнить шарик вот этот. Так, берем шарик наш и заполняем синтепоном вот так. Так, заполнили. Так, петлю подхватили вот здесь. Потом мы петлю подхватываем. Вот смотрите, у нас задние петли, которые мы оставили, мы за них будем пришивать. Подхватываем и вот таким образом пришиваем. Потом опять здесь подхватываем. Подтягиваем. И опять на самом шарике на мороженом. За задние петли, которые мы оставили. И так пришиваем мы по кругу. Чтобы у нас... Я дошила вот до сюда, до конца. Пришила две детали. Теперь мы
Вот эту ниточку выводим вот сюда, вот в центр, чтобы связать нам нашу подвеску, за что можно ее будет потом вешать. Ниточку из иголочки мы вытаскиваем. Берем крючок меньшего размера. Вязали мы номером 2,5, а взяла я номер 1,9. И вот таким образом зацепляемся и набираем 33 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, набрали 33 петельки. И в эту же петлю вот сюда, откуда мы начинали, мы присоединяемся соединительным столбиком. Присоединились, делаем воздушную петельку и ниточку мы вот так вытаскиваем. Потом опять одеваем в иголочку и прячем ее внутрь. И еще раз вот сюда прям вытаскиваем. И отрезаем. Вот такая мороженка у нас получилась. Беленькая. Также вы можете в разных расцветках связать. На ваш вкус. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. Также хочу вам предложить подписаться на мою группу ВКонтакте или на мой Инстаграм. Ссылочка будет в описании. Переходите, подписывайтесь. Всем успехов в творчестве. Всем пока-пока.